Всем привет, с вами Hollow, а это Lost Ruins. На нее была скидка, поэтому я взял. Написано было похоже на Assault on Sanctuary. То есть, я так понимаю, roguelike. Я не знаю, что это за игра, но выглядит визуально прикольно. Так, задумано как выживание, как и всегда. Нужно быть осторожным, использовать имеющиеся предметы с умом. Действуйте по ситуации, у вас не получится. Если вы хотите просто называться, советуем выбрать простой уровень сложности. А те, кто хочет просто наслаждаться сюжетом. Рекомендуется опытным. Только для уверенных в себе. Ой, ёб твою мать. Если вы погибнете, все кончено. Вот тут, мне тут интересно, а если я погибну, все кончено, это в каком смысле? Имеется в виду, сотрется сейф или... Или как? Или как в нормальных роуджелайках останется там предмет и нет? Просто я бы на вот этом поиграл. Но я так понимаю, все кончено, это именно все кончено. Давай тогда ветеран. Потому что я, конечно, люблю одну жизнь, но не настолько. Ха! А, заебись. Где я? Ничего не помню, вообще ничего. Нужно осмотреться. Нужно. Так. Ох, ёб твою мать, это звуки. Ништяк, ништяк. Анимация, вот мне анимация понравилась, прикольная. Так, давай. Это у нас что? Вот это инвентарь. Левый триггер карта. X. Ой! X, Y это атака, да? Это прыжок, это уклонение. Все. Угу. Авторийская? Получен предмет. Мана, здоровье. Дневник номер 3. Я успешно стерла вань подопытная. Не удалось под контроль. Сейчас стоит пенволит. Я так понял, это про нас, да? Я вижу такие надписи. Почему не могу их прочесть? Почему я могу прочесть? Автосейв. Окей. Здорово. Ого, кто это здесь? Беатриса. Это да. Тут еще. Как будто еще призвал. Сейчас секунду, я сделаю в наушниках потише, а то как-то громко стукает. Кто ты? И где мы? Тише, тише. Позволь представиться. Меня зовут Беатриса. Хранительница разрушенного замка. Хранительница? Да. В замке заточена ужасная темная госпожа. Ох, ёпта, Deep Dark Fantasy. Хранительница за тем, чтобы она не вырвалась на свободу. Что за темная госпожа? Не последует ли призывать людей из другого мира, чтобы те сломали печать? Хочешь сказать, что я из другого мира? Да. Ты о чем-нибудь помнишь? Почти ничего. Только смутные образы. Временная потеря памяти – обычный эффект призыва. Я даже имени своего не помню. Лучше продолжим разбор в более безопасном месте. Идем прямо, пока не... А, иди прямо, пока не отмечешь на лагерь. Что-то осип. Все, не могу с тобой потрещать, да? Я буду ждать тебя там. Так, может, вместе, блядь, пойдем? Нихуя себе, как ты мангешь. Портал. Да что ж такое, ля? Портал. Мне еще джойстик трясется. Войти в портал. А дальше что? Переключатель. Она нам сказала в дверь. Пойдем сейчас посмотрим, что за портал. А, все, понял, это между локами. Мобила? Ништяк.
Вокруг не зеленый мороз, пока я прячусь, но рано или поздно они меня найдут. Хочу домой, хочу поесть маминой еды. Я бы тоже не отказался. Не помню свой адрес, не вкус домашний... Да, заебись. Я даже не помню, как будет моя мама. Что случилось? Гладиус. Да, что так медленно? Это, я так понимаю, наша девочка. Ага, гоблин. Могу как-то блокировать? Ратуйте. Ой-ой. Опа. Сыр. Почему он на меня напал? Так, подожди, на что у нас там? Странная кнопка для этого. Одинокая скорость атаки. Это высокая, по-вашему, скорость атаки? Ёб твою мать. Так, подожди. Сыр. 4 ОЗ. Пахнет сыром. Хрустящее. Талисман самого здоровья врага плюс 25. Сила атаки врага плюс 50. Критический урон плюс 50. Урон от огня, льда и куска. Что это значит? СМС, дневник. Ну ладно. Надо все-таки посмотреть. Я на максимальной сложности это все. ГГ. Я просто пока еще не разобрался. Надо было быть осторожнее. Из пола вокруг полез шипы. Я едва успела отпрыгнуть. Поздно, рано или поздно глубокая найдет. Хочу умереть от потери крови. Право содержит бинты, положил, если кровь останавливается. Уже найти способ обработать рану. Блин. А, вот это... ГГ мне, да? Ну, сделать, конечно, инвентарь на эту кнопку было тупостью. Игра кончена. О! А если я сейчас... И давай сейчас, если мы не начинаем... А, игра кончена. Ну, как я и думал, да. То есть, окей. Не про канал, я умер навсегда. Это, конечно, прикольно, но не особо. Да-да-да. Это мы все помним. Так, а как же нам тут быть? Я могу пойти вверх? Брокколи. Могу к нему подобраться и соспинять его? Эх, даже крита не было. Там какие-то ботиночки. Крылатые сапоги. Кухонный нож. Прикольно. Так, подожди, а сапоги что? I believe I can fly. парит, нанося атаку в воздухе. И как? Чё-то я не догоняю. Хм. Ну ладно. Что тут столько телефонов? Вот это пик. Не вижу отверстия, через которое можно пролезть, как вот эти острые шипы на полу. Я думаю, вернуться на позади много зеленых монстров. Что же делать? Рискнуть, попробовать пролезть через отверстие? Ну, видимо, не рискнул, да? Вот это кувырок, да? Оп, ну кувырок доджит. Окей. Ой, блянство. Так, я горю. Я горю, да? Что мне делать? Мазь. Сопротивление огню. Что-то жёлтенько тут. На самом деле, нихера не видно этим. А, вот так вот, а что? У меня вообще нихера не остается. Я должен каждый раз... Ёбаный рит. Да. О, теперь с него что-то другое выпало.
Как бы это не отменяет того факта, что... Как бы, ну да. С такой графой я вообще эту плиту не заметил. Там же сапоги будут лежать, правильно? Да, сапоги. Ой. Ух ты. Нож, сапоги. Как их использовать, блядь? А, я так понимаю, их должен ходить. ОЗ. Физически 3. Шинкует монстров любых видов. Но с учетом такого демеджа будет непросто играть в эту игру. Реально, вот я там, ну, практически не вижу плиту. После того, как наступил на нее уже. Тут у нас... Ага, мышки. Блять. Да ёб твою мать. Опа, с нее хил выпал. Не говорю про газ через зеленый стену, мне кажется, обогревка, но голыми руками не сломаешь. Блин, были бы у меня инструменты. Может, это инструмент? Сейф, это ништяк. А здесь? Она явно открывается, но не здесь, видимо. Какой-то, я так понимаю, ядовитый нож, да? А, не, какой-то ржавый меч. А, может быть, как раз таки поэтому он ядовитый? Так, сложно. Физически 3, но кровотечение. Чисто попробовать. Блин, мне бы что-нибудь, чтобы, там, не знаю, парировать. Не? Угу. Тупо за мечом мы сюда пришли. Что значит влажный? Типа, если меня электричеством шарахнуть, мне будет трындец? Это еще что за какой-то... О, хил ништяк. Блять, это что было сейчас? А как, что, почему? Почему он меня накоцал? Типа я на острие на... Стрели? И шо? Я теперь открыл ее? Могу ее скинуть. Редиска. А это что такое? Зелеманы. Нет. Ой. А, это так и надо было. Непонятная игра пока. Угу. А, зеленый жизнь был, мое тело словно начало гореть, это точно яд, у меня не получилось просто пройти лужи жижи, должен быть способ от нее избавиться. Я попробовал восполнить ее, но это ничего, чтобы развести огонь. Лейтенская банка? Чего, блядь? Типа оружие метательное, молния, игнорирует защиту. А зачем мне это? Я ж могу, типа, да? Ага. Я так понимаю, не стоит, да, сейчас он стоит? И? А, все. Ну, сейв есть, можно поесть. Бомжатник. А, вот ты где. Сюда на меня напали какое-то странное зеленое нечто. Ну, это, в смысле, на гоблина. Я думал, что всех перебило, но их все больше. Ну да ладно, здесь мы в безопасности. Осмотрись. На кой мне это? Опа, автомат. Торговый автомат. Что ли?
разрушенная магия позволяет получить за деньги необходимые предметы. Вот, я дам тебе несколько монет. Попробуй что-нибудь купить. Нихуя себе. Ой, спасибо. Автомат. Динамит. Длинный меч. Одноручный. Я бы что-нибудь ручное, такое огромное. Связка стрел. Тесак. Где мои деньги? Ага, 113. Воспламенение. Редиски. Кожаный доспех. Я думал, что все-таки стоит усилиться. А я могу носить только один предмет? Давай попробуем. Да, я могу носить только один предмет. И шо? Бутылка воды. О, телевизор. Похоже на компьютер. Ну, отличается от тех, что я видел. То есть ты что-то помнишь? Монитор такой громоздкий. Он способен сохранить жизнь, но я не знаю, как им пользоваться. Есть идеи? О, это сейф. А может быть, все-таки можно будет на той штуке сейвиться? На той сложности. Хотя мне кажется, что нет, потому что там не было даже кнопки загрузить. Там была кнопка типа все, ГГ. Это портал. Ты наверняка видел такой же там, где мы встретились. Я помню, что можно вернуться туда, где ты уже была. Но зачем мне это? Делать? Как вернуть себе память? Дай-ка посмотрю. Так. Твои воспоминания запечатаны во время призыва. Более того, они хотели взять под контроль твой разум, но не смогли. Если бы у них получилось, прямо сейчас тебя приносили бы в жертву темной госпоже. А можно как-нибудь все исправить? Если память запечатана последователи темной госпожи, то тебе нужно найти их. А это опасно? Вдруг там больше тех зеленых существ. Я позову, ты получила великую силу. Что-то не чувствуется. Я же был несложно распаться с теми гоблинами, верно? А найти снаряжение получше, и все у тебя получится. Думаешь, как же мне последователей... Ну как же мне найти последователей темной госпожи? Мне буду дать мощной магии. Ты ее почувствуешь. Что-нибудь чувствуешь? Не уверена. Кажется, что-то чувствую. Однако будет исходить откуда-то снизу. Наверное, один из последователей находится в подземелье. Отправился вниз и найдешь его. Молода. Немножечко больше инфы. Угу. Ну, ГГ. Получается, мне нужно идти вниз. Бэмс. Автосейф. Явка. Она жирная. Муха! Это, блядь, что было? Это что, блядь, было? Так. Сейчас не нафидить. Восстанавливает УЗ. Мне, получается, надо уклониться сначала, да? Не в ту сторону. Блядь. Как мне тебя достать? А, он еще и не сдох. Я думал, он сдох. Кайф. Сопротивление огню. Ну, блядь, за 7 секунд, да я сдохну за столько. Бля, мне что-нибудь бы парирование какое-то, блядь. А, она еще взрывается. Вот, я понял. ГГ. Замбари. Иммунитет к яду или к чему. Точка воды. Ты ж не взрываешься, правда? Ля, какая красотка, ёпта уметь. Ой, блять, я так понимаю, по этой хуйне
Хотя нет, это просто, наверное, слизь просто меня замедляет. Бля, ну тут все медленно так. Ну да, какая-то срань. Это что за говнище? Я бы на самом деле похилился. Брокколи. Надо было ножичком. Нихуя у себе! ГГ, что-то насилуют? Ой, зачем я ману? Точно, у меня же есть мана. Так, сейчас, погоди. Бэмс. Получена мазь. Компуктер. Ну это сейв, да? Ну ладно, давай сейв. Да, с другой стороны. Морковка. Бля, наверное, не стоило, да, ее хавать? Здесь мне надо как-то... Ага. Не? Бля, а что делать? Ага. Странная хуйня. Можно побыстрее? Ржавый кинжал, ржавый меч. О, рогатка. Рогатка — это уже интересно. Так. А, рогатка — это, блядь, предмет, рили. Как им пользоваться-то? Нет. Как им пользоваться? ГГ. А, это просто баф. Все, я понял. Но у меня ничего нет же, да? У меня есть только ржавый кинжал. Метательная бутылка с водой. Она одноразовая? Выше среднего, высокая. Давай гладиус возьму. Блять, как? А, вот так. Какая-то ебанутая игра, если честно. Я не ожидал, что она будет настолько жесткой. Угу. Кола! Это сюда. А, 5 зарядов, я так понимаю, да? Ну такое. 10 маны. Ну и редиску похаваем. Хорошо. Бля. Эй, ты можешь мне помочь? Просвечиваешь? В порядке? Что случилось? Я не помню, но думаю, со мной случилось что-то странное. В порядке? Мне нужно войти. Три есть какое-то лекарство? Я не помню. У меня влечет какая-то сила, я должна подчиниться. Но дверь заперта. А нужен ключ, чтобы открыть ее. Я найду его. Что мне подсказывает, там твое тело лежит. Ключ от тайника. Чё ты раком там стоишь? Опа, ты что такое? Ты что-то зловещее. А как мне тебе? Пиздец.
А что мне делать с ней, блядь? Я слишком медленный, у меня слишком хуёвое оружие, блядь. ГГ нахуй. Да. Взять посох этот. Аля. Да, мы все помним. Диску давай вмажем. Ой, не та кнопка. Куда я попал? Иммунитет. Ну, кто бы, блядь, сомневался. Что мне с тобой делать? ГГ. Что я могу сказать? О, блядь, еще одна. Что за хуйня? Там прямо, прямо не сходим. Окей. Я там мог прямо сходить. Подожди, вроде сечка. Да ёб твою мать. А, ну да. Ну вот как раз теперь можно бахнуть редисочку. Да. Может быть, я просто привык играть в быстрые игры, хер его знает. Давай гладиус возьмем. А сюда. Что у нас еще есть? 5 молнии. Ладно. Здесь вот я еще, по идее, могу прямо пройти. Право, я прав! Я нажал вроде прыжок. Калий. Я бы разбил на самом деле эти. Не? А, это типа вызвать лифт, я понял. Замбез. Молодой человек, блять. Бля, эта девочка злющая. Ну, в смысле, блядь? Пиздец. Это такая хуйта, я не знаю, как с этим бороться. А если я нажму... Да, окей. Короче, надо не раш-то играть осторожно как-то, я не знаю. Ключ от тайника. Дневник Лами. Что я тебе сделала? Ненавижу. Не желаю тебя видеть. Формативно. Дубинка. Лук. Бля, лук бы, наверное, взять. Он же, наверное, со стрелами, да? И стрел, я так понимаю, с ним останавливается. О, вот это вот мне надо. 200 рублей. Ёбаный цвет. Но Цвентхайдер мне точно нужен. Волшебный снаряд. Мне бы что-нибудь на хил. Имеется в виду магия. Скорость атаки. Что я наделал? А я могу спрыгнуть? Я тут не был? Был? Я тут был. А, я не могу спрыгнуть.
А, нет, каким-то чудом смог. Девочка, ты ж меня не сожрешь, когда увидишь свою трубку, правильно? Открылась. О, я вижу там хлеб. А, я вспомнила. Я была с подругой, мы поссорились из-за ерунды и разошлись. Затем меня атаковали слизни, я очутилась здесь. Спасибо, что помогла. Если встретишь мою подругу, скажи ей, что я прошу прощения. Так. Ее зовут... Я вспомнил, Лами. Ее зовут Лами. Если встретишь Лами, помоги. У нее зеленые волосы, завязанные в хвостик. Это не та слизень, которая там была. Прощай. Прощай, молодая. Решение проблемы. 1 из 12. Купальный костюм. О, сюда. Хлеб-дневник. Попытка создать зависимое отношение между двумя подопытными возымела успех. Теперь я могу лучше их контролировать. Нужно вызвать между ними разногласия. Посмотри, какой эффект окажет. Ну, вызвала. Проверять. Так. Надо бы зайти до сейва. Мне нужно здесь что-то типа лука. Я не знаю, как с ними, типа. Она слишком далеко чаржит. Блинство. ГГ. Так, подожди. Давай, бред. Подожди, молодая. Морковочка. Все, давайте это спишемся, созвонимся. А я могу засейвиться? Еще раз. Нет? Ладно. Нихуя, пойдем вниз сходим. Не, я там могу, в принципе. А, лифт не сохраняет свое состояние, да? Это что за бубыня? Гриб? Бля, я бы, наверное, что-то съел, то сейчас отъеду. Вкусное и полезное. Бля, ну хоть магию на хил. Это в говно я могу вступать? Ой, хёб твою мать. А, еще одну морковочку бахну. Это нет. Ой, хёб твою мать. Яблочко. Ну-ка. Опа, 5 УЗ. Давай. На самом деле, может быть, не уж больнуть. Не проканало. Зато яблочко мне дал. На самом деле, все-таки, наверное, стоит взять меч с кровотоком. Потому что вот я ударил, типа, и стою чилю. Я так понял, игра так построена. Неспешно. Опа, сейф. Найс. Опять эта девочка-припевочка. О-о-о! Я там, видимо, мог куда-то пройти. Да ебись ты в рот! Ну, хоть похилил. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Опа! Не ожидал? Ай, блядь, маны нет. А вот это спасибо. Амулет жизни. Кстати, нужно подумать, голос не такой сильный, как я надеялся. Они поругались, как только оказалось перед простейшей проблемой. Я убила столько ценных ресурсов на этих безмолвных гмункулов. Должен быть более простой способ. Так, что я там подобрал? Секунду. Амулет жизни. Источает таинственную ауру. Останавливает 1 ОЗ. Опа. Промокание. Нивелирует урон от молнии под водой. Сопротивление молнии 50. Ништяк, кстати.
Но моли жизни кайф. Минус 40%. А если я его сниму? Ой, блядь. Это была ошибка. О, у меня теперь есть заморозка. Может заморозить врага. Оружие. Оружие херов мне. Подожди. Офа. Ты что такое? Ничего. Ладно. Я вот не знаю, я могу выйти без компьютера. Фух. Типа, если я засейвюсь на этой штуке, если я и выйду из игры, я останусь на ней же или на компьютере? Ёбаный стыд, это что такое? Я бы на самом деле, знаешь, что сделал? Колу бы въебал. И в реале, и тут. Амулет жизни. Амулет жизни — это хорошо, но вдруг у него урон выше 12. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, тут закрыто. Имеет смысл... Пьянство. Имеет смысл сейчас взять во вторую руку как раз-таки этот. Молнию. И типа попробовать развалить ей лицо. Кофеечек. Так, подожди, эффект. Предотвращает замедление, ухудшение видимости. Неплохо. 10 маны. Найс. Ладно, если что, это мы можем мочить. А, у нее вот такой вот эффект. Пиздец, как долго. Как же долго. Так, эффект 24 секунды от кровотечений. А у меня ничего от яда нет, да? Уже не видим замешательства. У меня ничего от яда нет. Надо просто его пережить. Ау. Ну, в принципе, нормально. Она там, кстати, выронила банку маны. Поэтому я могу сделать вот так. По-моему, это было зря, да? Бэмс. Ты получила там по лицу или нет? Кстати, а заморозка? 3 штуки я могу кастануть. Ай, блядь, да что ж у них у всех кринжа... Нихуя себе ты какаешь! Ёбаный свет! Приседать, блядь, надо, вы шарохлите надо мной. Очиститель. На бульбулятор больше похоже. О, антидот, наконец-то, хоть что-то полезное. Почему у меня здесь трясется джойстик? Ой. Компуктер. Все, надо сейвиться. Ништяк. А портал, считается, мы уже открыли, типа? А, ну да, я могу на первый портал бахнуть. Ну или на какой там. Пойдем сначала вперед. А, подожди, мы же тут были, да? Тут же паучки были. А что там карта, я забыл? Ага. Я ни в той, ни в той стороне не был. Ой-ой-ой. Питательный фиал с ядом? Да не надо. Я думал, что-то выпадет. Опа, брокколи. Кажется, я нравлюсь слизням. Не принесли мне еды, а так далее зомби. После ссоры с ней я боюсь оставаться одна. Но теперь у меня есть слизни. Это наша... Как я там забыл, девочка? Угу. Скорости атаки не хватает на мышей. Связка палочек огня? А,
Да, это же одноразовое все. Странное здесь оружие. Здесь закрыто. Надо как-то вверх шмальнуть. А я умею вверх шмалять? Нет. На том и порешили. Ой. Хорошо, что тут флай дэмэджа нет. Осторожнее. Ой. Ну вот, возникает с пустоты. Сейчас впереди мощную ауру. Должно быть рядом из тех, кто тебя призвал. Будь готова. Говорят, босс. Ну, давай засейвимся. Я даже ответить не успел. Она в этом во всем замешана. Наемник канализации.